Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Алиандр, и сегодня мы с вами поиграем в игрушку Мопио. У нас сегодня будет очередная сходка, сейчас мы поиграем все вместе обратно же. Единственное, что нужно сделать, это просто найти наших союзников, с которыми мы сегодня будем играть. Ну и конечно же, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. И если вы всегда хотите первыми смотреть мои ролики, если вы хотите всегда знать, когда у нас будет сходка, то обязательно нажмите еще на колокольчик для того, чтобы получать уведомления про это. Ну что же, а мы с вами тогда продолжаем играть. Играю я пока за кита синего. Попробую я тогда еще прокачаться чуть-чуть побольше. Возможно, обратно нам получится прокачаться в кракена, либо в крабика, и мы с вами сразимся уже в воде. Будем мы практически самое сильное существо. Ну ладно, друзья, я тогда пониже буду опускаться, смотреть, где наши союзники здесь находятся, для того, чтобы именно их встретить и вместе с ними поиграть. Так, друзья, пока что видим, что у меня хпшки чуть-чуть больше, чем полмиллиона. Еще где-то полмиллиона мне нужно набрать для того, чтобы еще один разочек прокачаться. Но сейчас будет немного проще прокачиваться дельфином, так как практически всех он будет есть. Мало кого дельфин, мало кого только не ест. Практически очень всех, очень сильное существо, очень многих он кушает. Хорошо, друзья, пойдем тогда пониже. Сейчас посмотрим, где там кто есть. Возможно, из наших союзников уже кто-то здесь находится. И мы сейчас их найдем. Обрадуем их и поиграем вместе. Давайте вот сюда где-нибудь. Хорошо, тут у нас видим серьезный махач, друзья. Именно в правом нижнем углу видим, что тут два дракончика. Кракен сражается друг с другом, да? Все на кракена бедного напрыгнули, налетели. А вот мы сейчас с вами еще дракончика малеха побьем, да? Сейчас мы вам покажем, где раки зимуют. А то все тут на дракончика. Так, тут у нас печенюшка тоже еще тусуется. Это наша с вами союзница. В прошлый раз мы с ней играли и еще с одним игроком. Ну, не в прошлый раз, а несколько видео назад я играл. Сейчас я обратно же здесь вот подожду своих союзников. И надеюсь, что в скором будущем они где-то тоже появятся. Кого можно поймать будет. Так, печенюшку я нашел. Хорошо. А еще кто-то будет? Друзья, где вы все поделись? Где все мои игроки? Все мои союзники. Надеюсь, вы где-то здесь в нижнем углу или хотя бы на карте этой, и можно будет вместе нам с вами сразиться. Хорошо, сейчас тогда еще дракона, возможно, каких-то покушаем. Ой-ой-ой-ой, здесь у нас кракен занырнул, много кого поймал. Сейчас мы кита бомбанем, малеха, да, чтобы он сильно туда не шел. Тут у нас вано какое-то тусуется тоже. Сейчас ножи. Буф, хорошо, я кракена практически, друзья, ну, не убил, но поранил серьезно. Нужно было бы, наверное, дать возможность им еще разочек сразиться, и потом, когда уже кто-то из них проиграл бы, можно было бы вынырнуть и съесть этого кракена. Здесь у нас еще и... Тут два дракона между собой сражаются, оказывается. Ничего себе, какой этот серьезный махач у них напряженный. Все на дракошку напали, налетели. Вот, все зажали его, хотят его съесть. Ну, не знаю ли... У них получится, это дракон очень сильное существо, его нужно хотя бы несколько раз. Я хочу, чтобы они его и малеха покоцали, а когда у него уже останется мало здоровья, он еще и оказывается, друзья, не из наших, а из англоговорящих стран. Вот как только у него останется мало здоровья, можно будет его, друзья, напасть и скушать. Так, видимо, он хвостиком так нам обернулся. Вот тут еще один кракен, самый низ. Сейчас два дракона с кракеном сражаются. Да, сейчас будет, друзья, мощная махач, это вот на дракошку-то все налетели. Вот сейчас он, наверное, занырнет, а если бы еще кракен свою штуковину эту хвостатую не сделал, я бы дракона добил. Вот, а так не получилось его добить, к сожалению, ну, к сожалению для нас, и к счастью для дракошки, он остался живой. Но кракен тут тусуется еще, никак он не хочет уходить. Так, почти говорит. Не надо материться. Да, остался тут дракошка, вот у него сколько здоровья, там много. Так, где же наши игроки? Друзья, где вы все поделись? Я еще и малеху, конечно, здесь полазаю, посмотрю, возможно, кого-то я здесь и найду. Может, я даже не кракеном поиграю, а кем-то другим существом. Вот, можно, наверное, нам хотя бы вот такие ракушки есть, для того, чтобы прокачиваться от ракушек. Так, давай еще ракушка съедена была, хорошо. Давай, наверное, сюда вот подойдем. И кто-то из наших, из нашего ника нету. Из нашего клана. Нет, тут видим три кракена. Четыре кракена, друзья, сражаются. Ничего себе, вот это серьезная напряженная борьба. Три кракена и один вроде, ну, в тиме, и один против них был, да? А нет. Или да, не знаю, друзья, кто тут с кем сражается, но серьезная получилась здесь драка. Очень серьезная. Тут практически кракен одного добили. Сейчас нужно подождать, подождать, подождать. Возможно, где-то кого-то сейчас еще поймают.
А вот кракена практически съели одного. Сейчас его провальнула касатка. Да, друзья, кракена одного съели. Все, остался только три штуки их. Вот, говорит, что один на один он сразился. А нет, он с другим, типа, кракену пишет, давайте по один на один, а он уходит, не хочет он сражаться с ним. Обзывается, мол. Ах ты ж такой, кракен. Ладненько, если мы вынырнем с вами, ладно, давайте мы скушаем вот такую вот штучку, ракушечка. Хотя бы чуть-чуточку, но прокачаемся. Чуть-чуть нам совсем еще быстрее. Да, здорово, все, прокачались мы. Скушали ракушечку. Здесь вот можно еще водоросли поесть. Так, приветики, ушла. Молодец, что ушла. А тебя, пожалуй, я бы и съел. Кто-нибудь будет мне за хвостик прыгать, ловить? Нет, пока никто не прыгает, за хвостик не ловит, но я немножечко подживился. Хорошо, где же наши игроки? Друзья, не хочу я постоянно быть заныренным из-за того, что меня могут не найти. Вот, хочу я в сходки поиграть. Никто не может дракона, друзья, съесть. Видим, что он очень сильный игрок. Постоянно он отходит, да, и его сложно поймать. А вот теперь, наверное, его поймают или нет. Нет, не поймали. Здесь кракен еще, ой, крокодил, вернее, влазит. Кракен, крокодил и, друзья, дракон. Что-то не пойму я, кто тут с кем сражается. А, они, наверное, в тиме играют. Да, и против другого кракена играют. Вот оно что. Я понятно. Так, меня, получается, водоворот заволокло, но, к счастью, я был занырятый, занырнул, и никто меня не съел. Так, там у нас дракошка. Друзья, неплохо мы с вами, вернее, плохое мы место с вами выбрали для тима. Я не знал, что тут аж такой, такая рубка жесткая будет. Видим, что тут у нас и дракончики, и крокодильчики, и все тут, кому не лень, друг друга стараются есть. Так. Но ничего не получится. О, друзья, я попался. Нет, 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 давай, да заныривай. Хорошо, еще разочек. Ну давай, ё-моё, друзья, меня съели. Это просто жестяк. Не успел занырнуть. Вот, и меня скушали. Ладно, теперь акулкой поиграем мы. Вот, поиграем акулкой, а потом будем касатка. Не буду я так дождать своих подписчиков. Видим, что чем дольше я их жду, тем больше на меня тут нападают. А там внизу очень серьезная драка получается. И 3 на 1, конечно же, меня все-таки съели. Хорошо, значит, будем мы поступать следующим образом. Будем мы с вами прокачиваться сами. А когда уже найдем кого-нибудь из наших подписчиков, будем видеть по их никам, тогда, соответственно, и поиграем в тиме. Ну что же, тут у нас пуферфишка хочет с акулкой сразиться. Все никак не получается у нее, да? Ладно. А вот сюда вот мы попробуем тогда проплыть. Приветики, дружочек. Так, где он? Занырнул. Хорошо, придется нам ловить тогда какую-нибудь помельче рыбешку. Вот. Придется нам ее есть позже, да? Давай вот сюда. Ой, занырнули. Сразу же водоворот включает, но ничего не получится, друг. Извиняй, конечно же, но все. На этом все закончится. Так, это у нас кракен, краб, интересно, или нет? Нет, это не краб, это у нас такой вот супер-пупер мощный этот, друзья. Так, тут нужно нам замерзнуть вниз. Супер-пупер мощный ромбик. Вот, а поросеночка этого можно было бы скушать, конечно же, да? Серьезный махач, серьезный, друзья, количество игроков собралось. Очень много, да, здесь мы видим, очень много кракенов было. Почему-то я крабика, если честно, еще не видел. Но надеюсь, что где-то скоро и крабика тоже увижу. Я был китом, прокачался до кита, но поймали меня водоворот, друзья, пока я вас ждал в правом нижнем углу. Поэтому буду есть я всех сам стараться. Сейчас кого-нибудь по одному будем вылавливать, просто по одному игроку, который поменьше. Вот можно зеленого, зеленую штучку кушать. Приветики, где ты? Вот она где. Ладненько. Сейчас мы с вами поднырнем, не будем дожидаться с ней встречи. А морского скатика можно было бы съесть. Вот, пожалуйста, видим, два кракена тут играют между собой. Вот это, конечно, ник у него мощный. Да ладно. Так, а ну, мы за хвостик сможем укусить, нет? Нет, не сможем, потому что он, друзья, поднырнул. Это плохо. Для нас и хорошо для него. Ладненько, где-нибудь вот тут вот потусуюсь, я, возможно, я поймаю. Он, наверное, хочет сильно включить водоворотик этот свой, поймать других игроков. Хвостиком не хочет поворачиваться, а мы тут возле него трёмся, и поэтому он все в ожидании. Когда же мы... А, все поднырнул. Вот противный какой, да? Если бы не поднырнул, я бы его за хвост поймал. А так вот уже никак не получится. Ну ладно. Но нет, не тут-то было. Так, поймал, друзья. Акула поймала нашего... Опа, хорошо. Давайте акулу несем. Ай-яй-яй, не вышло. Не вышло все, как хотелось. Ладненько, давайте тогда уходить отсюда, а то сейчас она нас будет преследовать, будет мстить нам эта акулка. Лучше нам подальше от этого всего держаться, просто есть травку, есть... Ах ты ж...
Здорово, хорошо, давайте мы тогда его занесем. Пуферфишка это. Сейчас мы его забросим где-нибудь вот сюда, вот, и тут его скушаем. Будешь ты тут у нас скушен. Все, давай, наверное, бросай его где-то, или давайте поближе. В принципе, разницы нету где. Так, давайте мы побудем с вами вот таким вот еще существом. Таким мы тоже с вами давно не играли уже. Обратно поиграем на Северном полюсе. Ну, или снова, да. Так, сюда не могу запрыгнуть почему-то. Ну да ладно, неплохо. Обратно мы на Северном полюсе с вами играем, и здесь можно также прокачиваться. Ну что ж, ладненько, друзья, наверное, я на этом тогда буду заканчивать видео, так как пока что никого из своих союзников я не встретил. Возможно, чуть-чуть подольше поиграть придется, и там кто-то из вас обязательно подтянется, и мы поиграем вместе. Что же, с вами был Алиандр, не забывайте подписываться на канал, и если вам нравятся мои ролики, жмякайте пальчик вверх. Также, друзья, после подписки нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы всегда первыми смотреть мои видео и всегда быть в курсе всех новостей. Что ж, друзья, до скорого, пока!